Всем привет! Согласно приказу, размер стипендии повысится с текущего месяца и останется такой до 31 декабря. Изменения коснутся студентов с академической стипендией, аспирантов и ординаторов, а также колледж. Все данные видите на экране. Это Блиц Новости, и мы начинаем. Последнее воскресенье ноября по всей России празднуется День матери. К этому событию Профком проводит онлайн-конкурс фотографий и стихотворений. Для участия принимаются фотографии и стихотворения, которые выполнили дети. Работу можно сдать на электронную почту Профкома до 8 ноября. Все участники получат призы и дипломы. Федерация студенческого самоуправления и отдел соцработы просит помочь в сборе средств и вещей для приюта «Кот и пес». Наступают холода, и животным требуются одеяло, подстилки, сгодится даже старое пальто, куртки, свитера. Также принимаются крупы, корм, миски, игрушки для щенков. Сдать вещи можно в кабинет 0107 с 10 до 3 часов. Мисс БГУ представит нашу республику на 14-м всероссийском онлайн-конкурсе «Мисс и мистер студенчества России-2020». Сарана Дашнимаева вместе с командой ФССУ уже с ноября проводит ежедневную подготовку к мероприятию. Давайте поддержим нашу студентку и пожелаем ей удачи и успехов. 25-26 ноября пройдут онлайн-соревнования по скиппингу. Участники должны снять на видео, где не прыгают через скакалку в полный рост. Регистрация продлится до 25 ноября. Все подробности можно узнать в группе ВКонтакте «Байкальские волки». На этом были все новости нашего вуза. Всего вам хорошего и пока!